Всем привет! Мы на канале Научусь-ка. Сегодня мы будем рассматривать овощи. Да, мы уже фрукты с Настей рассматривали на прошлом занятии. Сегодня мы рассмотрим овощи. Давай, Настенька, я буду показывать, ты будешь называть. Это? Помидор. Помидор. Это? Лук. Лук. Это? Огурец. Огурец. Это что за овощ? Морковка. Морковка. Это? Картошка. Правильно, это? Овощ. Какой овощ? Забыла? Это баклажан. Баклажан. Повтори. Баклажан. Баклажан. Вот такое сложное название. Мы будем еще о нем говорить. Так, это все вместе называется как? Овощи. Совершенно верно. Давай посмотрим на... Помидор. Да. Помидор какой? Круглый. Круглый. Цвет? Красный. Красный. Правильно. Еще он очень вкусный. Да. Да? Так, теперь посмотрим лук. 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 Какой? Какой желтый. Лук? Да, он такой ярко-желтый, да? А здесь зеленый. Зеленые перья, да. И здесь зеленые есть. Все правильно, да. Ты говоришь. А по форме на что похож лук? На фонарик. На фонарик точно похож. А вот смотри, это как будто бы круг, а это, как ты говоришь? Шапочка. Шапочка ты называешь, да. Похоже, молодец. Это что за овощ? Огурец. Совершенно верно. Огурец какой по форме? Внимательно смотри. Он вот такой. По форме на что похож? На палочку. На палочку, но она, смотри, имеет форму. Овал. Вот, ты молодец. Овал. А цвета какого огурец? Зеленый. Зеленый. А еще можно сказать, что он такой пупырчатый. Да. Да? Скажи, да? Пупырчатый. Пупырчатый. Да, потому что на нем есть такие пупырышки. Вот. Так, а и это что за морковка. Овощ? Это морковка. Какая по форме морковка? Тоже палочка. Как палочка, но здесь она похожа на что? На какую геометрическую фигуру? Овал. Нет, смотри внимательно, у него острый край, у нее, у овоща, у этого. На треугольник. Вот ведь смотри, похоже на треугольник? Да. Похоже, конечно. Цвет какой у морковки? Оранжевый. Конечно. Это что за овощ? Картошка. Картошка. Мы любим картошку, все любят картошку. Да. И она очень вкусная. Да? Какая да. Картошка по форме? Она вот так рисуется. Ну, рисуется. А по форме на что она похожа? Овал. На овал? А еще она может быть круглой. Вообще у картошки нет определенной формы. Она или овальная, или круглая, или вообще непонятной формы. Так, а этот сложный овощ называется баклажан. Да, вот он очень вкусный. Но ты его не кушаешь, но потом подрастешь, будешь кушать. А какой он по форме? Настя. Он овальный. Правильно, овальный. А цвет? Фиолетовый. Ну, фиолетовый, совершенно верно. А теперь я тебе, Настя, хочу рассказать, чем фрукты отличаются от овощей. Помнишь, мы изучали фрукты? Да. Фрукты растут на... Дереве. Правильно, а овощи растут на земле. Причем человек... На своей земле берет он ее, копает, берет, сажает семена, делая грядки. Семена помидора, лука, огурца и так далее. И тогда у него вырастают вкусные овощи. На земле растут овощи. Их человек сажает сам. Вот. И как ты думаешь, чем полезны овощи? Полезны овощи очень вкусные. Они вкусные, они нужны человеку, чтобы кушать. А еще в них много витаминов и всяких полезных других веществ. Да. Да, давай поиграем в игру. Нужно назвать каждый овощ ласково. Например, помидор. Помидорчик. Правильно. Лук. Лучок. Ой, да ты знаешь, лучок. Лучок, правильно. Огурец. Огуречек. Огуречек или огурчик. Огурчик тоже. Да, правильно. Морковь. Морковка. Морковка, правильно, и морковочка. Аж два слова ласковых, можно сказать. И выудим ее. Да, ты ее любишь, я знаю. Колечками мы так режем, и Настя грызешь. Ты, да, Настя? Да. А как назвать ласково
картошку? Картошечка. Молодец. А баклажан? Баклажанчик. Умничка, ты все правильно сказала. А теперь поиграем в такую игру, в которую мы играли уже с фруктами. Запомни, как расположены овощи. Нужно глазки закрыть и сказать, какого овоща не стало. Ну-ка, закрыла глазки, Настя. Я беру. Скажи, какого овоща не стало? Красный. Помидор. Помидор, молодец. Умничка, теперь опять глазки закрывай. Так, держишь глазки закрытыми? Все, открывай. Чего не стало? Зеленый. Огурец. Да, правильно, огурец. Еще глазки закрывай. Еще глазки держи закрыты. Открывай. Какого овоща не стало? Оранжевая. Морковка. Морковка, молодец. С подсказками все получается. Так, а теперь закрывай глазки еще. Так, чего не стало? Коричневая. Вкусная. Картошечка. Картошечка, умница. Молодец, Настенька. Умничка. А теперь в другую группу играем. Давай, теперь опять глазки закрываем. Игра «Что лишнее?». Вот посмотрим, как ты внимательно. Открывай глазки. Яблочко. Что лишнее? Яблочко. Сразу догадалась. Вот оно, яблоко. А почему яблоко лишнее? Не знаю. Не знаешь? А ну-ка давай порассуждаем вместе. Почему яблоко лишнее? Я знаю. Яблоко мы на прошлом занятии изучали. Это... Фрукт или овощ? Фрукт. Это фрукт, на дереве растет. А вот да. У нас сегодня что это? У нас овощи. Сегодня, конечно, овощи. А это значит, что яблоко, оно лишнее? Да. Ведь оно же фрукт, правильно? Да. Правильно, конечно. Вместе мы с Настей определили, что здесь лишнее. Так, да. Возвращаем картошечку на место. А теперь нам нужно подготовить наши пальчики. Давай, пальчики, вот два кулачка. Два кулачка. Вот. Начнем с больших пальчиков. Сейчас. Внимательно. У Лариски две редиски. У Алёшки две картошки. У Серёжки сорванца два зеленых огурца. А у Вовки две морковки. Да еще у Петьки... Две хвостатых редьки. Вот сколько овощей, да, у наших детей. Молодец. Пальчики потренировали. Можно еще немножко размять. Настя, я предлагаю нарисовать овощи. Давай мы нарисуем. У нас сегодня есть краска гуашь зеленого цвета, красного цвета, баночка с водой, тряпочка, альбомный лист бумаги и... Перед тобой овощи. Мы с тобой уже рисовали круг. Да. Ведь помидор, он круглый. Да. Давай а огурец? Его. Огурец овальный. Правильно? Да. А получится ли у нас такой овальный огурец нарисовать? Попробуем? Да. Мне тебе показать, Настя, как его рисовать? Да. Овал. Хорошо. Смотри тогда. Я убираю. Это наш огурец. Возьмем кисточку. Угу. Давай, показываю, как рисовать овал. Да. Оваль, овальный огурец. Можно два овоща нарисовать, Настя? Можно нарисовать, например, помидор и огурец. Ну, посмотри, как рисовать овал. Настюш, смотри внимательно. Кисточку кладем плашмя и рисуем овал. Овал, он тоже имеет круглые края, но только он вытянутый, видишь? Да. Кисточку положила плашмя. И точно так же я раскрашиваю. Видишь, кисточка, ворсинки даже ложатся. Вот, получился огурец. Да, как будто лёг огурчик. А круг ты знаешь. Круг рисовать легче. Овал вытянутый, а круг, он, соответственно, круглый. Вот, да? Вот. Мы уже рисовали с тобой круги. Учились, да? Плашмя, кисточку, видишь? Положила и раскрасила. Они спать. Да. Спать они ложатся. Да, а потом уже добавить нужно к ним, к огурчику, веточку. Вот, видишь, такая веточка. Вот так. И у помидорки. Можно просто точечку. Вот и все.
Готово. Теперь ты бери и начинай. Так, подожди. Мы кисточку берем тремя пальчиками возле металлического ободочка. Вот у нас металлический ободочек тремя пальчиками. Вот так. Правильно. Так, теперь берем зеленую краску. Да? Набираем зеленую краску. Ух ты, какой огурчик! Смотри, нужно соединить все линии, Настя. Смотри внимательно. Вот эту линию, посмотри, нужно сюда провести, соединить, чтобы полностью получился огурец. Вот. Возьми, дай попить кисточки чуть-чуть. Возьми краску. Вот, Настя раскрашивает. Плашмя клади. Так, вот, видишь, по форме овал у Насти получился. И уже даже получился хвостик у огурчика, да, Настя? Угу. Молодец. А теперь нарисуй, промой кисточку и нарисуй помидор. Угу. Промывай. Ведь мы берем краску другого цвета. Значит, нужно промыть кисточку, да, и взять краску красную. Правильно подсушила. И круг рисуем рядышком с огурцом. Посмотри, вот здесь больше места. Ну ладно, нарисуй там. Давай, возьми, во-первых, кисточку правильно. Давай, мы дадим кисточке попить. Еще. Наверное, нам не надо было тряпочкой пользоваться. Набрали. И вот здесь нарисуй побольше. Вот здесь. Покрупнее помидор. Не капай. Смотри, накапала. Ну, ничего страшного. Так. Ну, это снизок. Красный, да? Круг хороший, красивый нарисуй. Учишься рисовать. Хороший круг. Почетче, поярче. Да. Давай еще возьмем. Смотри, мало краски, еще надо взять. Вот так. Вот. Теперь у нас получился точно круг. Промывай кисточку и добавляй помидорки, листочки, чеши листик. Добавляй. Молодец, Настя. Справляешься хорошо со своей задачей. Так. Настя тем временем уже завершает свою работу. Зеленую краску бери, вот здесь добавь чашелистик, точечку зеленую, чтобы показать, что это овощ. Вот и все. Вот и все, что у Насти получилось. Здесь ничего не надо. Настя, давай покажем, что у нас получилось. Надеюсь, не потечет. Вот у Насти получилось. Вот этот помидор очень маленький получился, а этот большой. И огурец, овал. Молодец, Настенька. Удалось тебе изобразить аж три овоща. Молодец. Расскажи, Настя, пожалуйста, что же мы сегодня изучали с тобой, рассматривали? Расскажи, что мы изучали с тобой? Овощи. Мы изучали овощи. Чуть не сказала фрукты, да, Настя? Не путай. Фрукты, они растут на деревьях. Они, как правило, сладкие. А вот овощи растут на земле. Их всегда сажает человек. Вот. И Настенька еще сегодня научилась рисовать овал. Молодец, Настя! Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Да, и подписывайтесь на наш канал. Научусь. Всем пока-пока. До встречи. Пока.